Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, и наконец-таки этот день совершился. До меня дошла серебряная кнопка YouTube, выданная YouTube, собственно, за 100 тысяч подписчиков на нашем канале. Ох, эту кнопку я ждал очень долго, мне ее одобрили, по-моему, еще в конце апреля, и, к сожалению, YouTube сейчас не доставляет кнопки в Россию, но параллельный импорт, благодаря нашему подписчику Алибеку, у него ник Альтреф, он у нас еще и модератор, кстати. Вот, благодаря нему через Казахстан удалось доставить эту кнопку, он долго ее не отправлял по личным причинам, где-то месяц, наверное. И потом вот ровно две недели эта кнопка шла, она мне пришла еще вчера, где-то, ну, ближе к вечеру, я решил как бы сегодня сходить, вот, ну, и, собственно говоря, решил забрать ее, и сейчас мы ее распакуем. Ну что ж, погнали. Так, ладно, ничего, оказывается, тут не было закреплено. И вот, я открываю, наконец-таки, эту коробку. И, блин, я волнуюсь. Да. Так, ну что, вот. Вот такое письмо. Поздравляем с новым достижением. Рады вручить эту награду, знак. Ну, понятно. Короче, вот эти вот чуваки, они делают саму кнопку. Вот Рик нам ее упаковал. А это письмо от самого Ютуба. Вот так вот оно выглядит. Да. Можете его прочитать. Не буду я его читать полностью. Я думаю, те, кто смотрели анбоксинги у других ютуберов, видели это письмо. Блин, ну это прям волнительно. Так, о! Это, вот это я вообще не ожидал. Это Алибек приложил уже от себя. Спасибо тебе огромное. Я, кстати, не знал, что это здесь будет. И вот она. Кнопка, дамы и господа. Блин, какие-то эмоции, серьезно. Это реально кнопка Ютуба. Офигеть. Ой, тут это еще не все. Так, сейчас мы ее посмотрим. Так, Recognize Your Team. Да, тоже у нас от этих чувачков, которые делали кнопку. Это все понятно. Так, а это что? А это нам, это нам не нужно. Фух, ну что ж, давайте посмотрим теперь саму кнопку. Блин, одной рукой было неудобно доставать. Вот. Ну, в общем-то говоря... Так, берем ножницы. Это выглядит вот как-то так. Блин, на самом деле запах у нее такой еще необычный. Так это она выглядит. Вот сзади тут есть крепление. Ее, наверное, повешу на стену. Я еще не знаю, но, в общем, она вот так вот выглядит. У нас как зеркало, вот эта кнопка. Блин, это просто офигенно, честно. Я хочу, ребят, всех поблагодарить, кто подписан на мой канал, кто поддерживал меня все эти годы, потому что, если бы не вы, вот этой бы награды тупо не было, ребят. Я, правда, вам очень сильно благодарен. Я мечтал хотя бы о какой-то кнопке. Вот, мы получили уже серебряную. Следующая, это миллион на... Ой, миллион, говорю. Кнопка золотая следующая на миллион подписчиков. Я уже тут заговариваюсь, волнуюсь, потому что, блин, неожиданно реально такое видеть. Ребят, вот реально огромное вам всем спасибо. Я буду стараться дальше радовать вас контентом, как-то дальше развиваться. Надеюсь, у нас все получится. Ну, я думаю, что все на этом. В общем-то, еще раз всем огромное спасибо. С вами был Марк, и всем пока.